как спортсмена, который всю жизнь, большую часть своей жизни отдал спорту, конечно, мне ближе точка зрения, что нам нужно выступать под нейтральным флагом, и если допускают, показывать всю силу и мощь нашего спорта. Я думаю, все понимают, что мы из какой мы страны, что мы с России, и приезжать и побеждать, мне кажется, это лучше, чем не приезжать и что-то сидеть, бубнеть.